Вышли на финишную прямую. Строители Нижней набережной занимаются облицовкой конструкции. Процесс берегоукрепления завершили на 90%, а в августе начнут благоустраивать территорию. Большая работа потребовала немалых вложений. 694 миллиона рублей выделили из федерального бюджета. Еще 85 миллионов в строительство вложил город. Строители говорят, скоро все это войдет в историю. А техники не останется и следа, а новая набережная оденется в мрамор и гранит. Работы по реконструкции начались в декабре прошлого года и охватили территорию протяженностью в 1300 метров. Это участок от набережной, существовавшей ранее, вдоль береговой линии до реки Ушаковки, включая смотровую площадку мемориального комплекса «Вечный огонь» и подъездные пути для речного трамвайчика. При этом главной задачей строителя было обезопасить берег от размывания. Для этого применили новую для региона технологию берегоукрепления, за счет чего удалось расширить набережную на 21 метр. Окончательно закончить процесс берегоукрепления планируют уже 10 июля, а официальное открытие новой набережной назначено на день празднования юбилея города. В соответствии с обращением Думы города мэром подписано постановление об объявлении 14 сентября праздничным днем. Оно касается работников муниципальной сферы однозначно. И в этом же постановлении сделано обращение к руководителям и собственникам всех предприятий и учреждений нашего города, чтобы 14 сентября также было объявлено в этих учреждениях и предприятиях праздничным днем. В администрации города подчеркнули, проделанная работа – это только первый этап. В планах – соединить между собой верхнюю и нижнюю набережную и сделать берег Ангары любимым местом отдыха для горожан и яркой достопримечательностью для гостей города. Мария Войцешко, Виктор Тагмитов, городской информационный канал «Камертон».